Отомстив за смерть Офелии, Калиб отправляется на поиски убежища паучихи во втором эпизоде, который называется «Even Death May Die». Даже смерть может умереть. На сложности кастом засранцев ставим максимальное количество, ребята, и погнали. Первый уровень. Shipwreck, кораблекрушение. Калеб говорит, мне нужна лодочка побольше, потому что то, на которой он прибывает сюда, недостаточно хороша. Всплываем и идем вперед. Так. Уже культисты позаседали. Получи-ка сюда из мистера Томми, господин. Опа! Готов, но пули с него не падают. Остальные, очевидно, в трюм упали. Какой-то взрыв происходит. А, это айсберг прибыл. Хорошо. Тут культист еще по мне стреляет. Мы обойдем, наверное. Вуду Дол. Новое оружие. Кукла Вуду. Так. Две горгульи сразу. Надо их, ребята, тушить с помощью магии древней. Пытаюсь попасть. Готова одна. Вторая тоже готова. Отлично, магия все еще работает. Древний пиратский флаг повесили, посмотрите. Обстреливает мирного. Взяли в заложники команду корабля. Получи сюда, слышишь, что ты со своим автоматом. Но тут горгулья прилетает. Горгулья опасный противник очень. Так, из дробовика готово. И я потратил всю куклу Вуду. По старинке придется сработать с дробовика. Так, ТНТ. Заберем, что тут у нас окно. В окне ребята. И осмотрим трюм, наверное. Вот тут уже засели. Посмотрите, мы им подарок приготовим. Хе-хе-хе-хе, полетели. Хорошо. А тут у нас что? Тут еще несколько молодых людей. Так. Трудно в этом признаться, ребята, но я должен. Я Бэтмен. Опа! Сзади сектант. Меня прострелил очень капитально. Тут один застрял, получает, сердце выпадает, этот получает, и тут пауки. И еще ногой дрыгает, посмотрите. Второй эпизод действительно посвящен паукам, потому что босс тут паучиха огромная. Это будет, не знаю, потащу ли я, потому что там она плодит этих пауков постоянно, и, наверное, будет две паучихи вместо одной. Но пока что мы должны выбраться из трюма, потому что тут заперто. И проникать далее по кораблю. Можно еще акимбаганс, пока что мне не нужны. Так. Давайте тусуем. Вот тут патроны еще остались. Тут заперто, мне ключ забирать. 93 хп. Парни получают из дробовика. По мне прострелил неплохо достаточно. Этот получает. Хорошо, может, Томми приготовим. Однако, получи. Короткими очередями надо работать, экономя патроны. Ключ выпадает, ключ ока всевидящего. Получаете бомбу, ребята. И вам еще одну. Отлично. Две горгульи летит на меня. Слушайте, я патронов не напасуюсь. Надо, наверное, пытаться... А, кости запускают. Надо пытаться их вилами брать. Рабоче-крестьянским методом. Вот тут мы закрепимся. Летают, потому что патронов я действительно не напасусь. Главное, чтобы кости не запускала мерзкая горгулья. Так. Но я пока в приседе, то меня горгулья не пробьет. Это долго, конечно, будет долгий процесс, но эффективный, потому что это будет экономия патронов. Горгулья плотная. Плотный демон. Одна готова, заколота. А вторая сверху летает, не хочет пикировать. Придется дробовик тратить 15 патронов. Где-то сверху я промахнулся. Запускает кость, получает, готово. Все в крови, вся палуба. Но придется уборщикам здесь хорошенько поработать. Тут уже взрыв произошел какой-то. Патроны к шотгану, ключ, сердца, трех флайера и патроны к Томми. На сей раз я, кстати, хат включил, потому что мне нужно видеть уже количество патронов. Тут уже будет новое оружие появляться. И заходим в комнату. Флайерган. Это кают-компания, наверное. Так, а ниже что? Пауки мерзкие.
Самые противные противники, которые могут быть. Бочка с ТНТ и Марана Инфирмус готовится напасть. Не хотят выходить. Меня спалил уже. Получает из шоти. Выжил. Плотный достаточно. Давай совершим взрыв. Классический. И надо сейв сделать, ребята. Так, сейв гейм. Хелл не подходит. Надо что-то новенькое. Надо какое-то оккультное слово. Сакральное. Например, Пугачева. Отличное слово. Но нужно еще сделать quick save. Мне это обычный будет. Вот так вот мы привяжем quick save к сохранению QS. Тут совершен был взрыв, и я должен заходить. Давай с Томми заходим. Получайте, молодые люди. Еще зомби выходит, но зомби куда-то попытается скрыться. С места преступления. Готов зомби. Давай автомат. Там, кстати, еще автоматчик тусуется. Так. Выход. Какие-то древние символы. Корабль определенно принадлежит сектантам. Но будет секрет? Нету. Гильзы лежат. Тут они жарили мясо. Вот это кают-компания. Не, это кухня. Кубрик. Мы на кубрике. Давайте в подвал опустимся. В трюм. В трюме мы были. Тут теперь можно кимбаганс забирать и с ними влетать. Давайте так и сделаем, только нужно сохраниться. Так, тут у нас что? Тут я подорвал и проход вниз, в воду. Куча рыб-убийц там. Не, я тут лучше дедовским методом, наверное. Вот так вот и... Что, ныряем? Взрыв можно совершить. Взрыв не прошел, не получилось. Ох, кому-то там полегчало. А вот тут мерзкий новый противник. Это рыба-убийца. Крупных, особо крупных размеров. Здесь еще одна, но мы ее взрываем. Неплохо. Тут нужен ключ этого. Ключ огня. Не хватит воздуха? Хватит. Надо засейвиться перед открытием дверей. Я что-то чую, что пахнет опасностью. Взрыв совершаю, и рыба-убийцы нападают. Всех завалил. Так, еще сейв. Надо аккуратненько экономить хп. Еще рыба-убийца. Еще здоровая. Здоровая получает. И тут они охраняют ключ глаза. Вроде бы. Надо всплыть, потому что вот здесь максимальный бронежилет. И эссенция жизни. Очень хорошо. Господи, эти трупы подвешенные, так страшно. Отсюда пора уже выплывать, потому что тут мы все забрали. Следующий ключ у меня, и то есть надо искать следующую дверь. А где она, простите? Я на корабле еще нигде, не везде был. Здесь я был. Тут еще сердце лежит. Тут мы взорвали. Небольшой подтоп сделали. Вот сюда можно зайти. А, вот тут вот эта дверь. А ключ я, ключ черепа подобрал. Можно взрыв совершить. Крысы! Самые мерзопакостные противники. Бомбу тут запустим. Ха-ха-ха-ха-ха, Калеб. А тут еще одна, посмотрите на нее. Что, подхвачу ее на вилы? Она меня пробила. Я уже в первом эпизоде, когда катали, рассказывал, что у них хитбокс такой странный. Они успевают укусить, не доходя до меня. О, вот это каюта капитана, очевидно. Мина летит. Так. Тут заваруха сейчас не кислая начнется, судя по всему, ребята. Да, много культистов, динамиты летят. Стреляем из дробовика. Добиваем всех за ширмой. Зомби спрятался, посмотрите. Новое оружие появляется. Это газовый баллончик. Или одеколон. Если ваши трупы особенно неприятно пахнут, то используйте одеколон в стиле Калиба. И вино кто-то пил. И оккультизмом немножко занимался, да. Здесь я подобрал следующий ключ. Это ключ Луны, ставший классическим уже. И мы можем идти дальше. Насколько я могу понять, да? А ключ Луны нужен был... Вот тут еще акваланг. Ключ Луны нужен был, ребята, на там, где штурвал. Еще я помню, секретик есть под водой. Там надо нырять, но там, правда, мерзкие противники. Это здоровые рыбы. Да, ключ Луны мы применим здесь. Капитан на мостике.
Так, открывается проход. Это выход с уровня. Надо мне забирать секрет с аквалангом? Я думаю, нужно это сделать. Только надо припомнить, где он есть, чтобы у меня было полное ХП. Погнали за ним. На леднике где-то он здесь. Да, где-то здесь он. По-моему, под ледником. Но будет совершено нападение на нас. Рыбы мерзкой. Вот акваланг появился. Тут еще зомби плавает. Что-то не могу найти секрет. Нужный мне. Пока у меня акваланг работает, я плаваю сколько хочу. Мерзкие рыбешки, слушайте. Устроили охоту. Прокусят меня сейчас. Обоих урабатываю. Секрета нету. Куда-то не туда плыву. Может, он здесь? Здесь его тоже нету. Тут еще рыба, ее можно избежать. Акваланг заканчивается. Я буду задыхаться, потрачу ХП только. Тут куча этих рыб, слушайте, ребята. Начинаю задыхаться. Секрет надо найти. Всплываю. Погружаюсь опять. Секрет, возможно, где-то здесь. Тут что-то заперто. Тут лодочка. И срывается на меня рыбешка все-таки. Посмотрите, я опять задыхаюсь. Пытаюсь всплыть. Опять погружаюсь. Рыбу глушим из дробовика, трачу патроны, только патроны заканчиваются. Господи, а где же секрет? Точно был, я помню, потому что я его забирал, когда катал. Где-то здесь, может быть. Очень медленно плавает Калиб. Я опять пытаюсь всплыть. А карта не особо помогает в разведке. А, вот там он, все найдено. Господи, Калиб, как же ты медленно всплываешь. Пожалуйста, быстрее. Потратил я акваланг уже, а мне еще придется там нырять. Вот где-то здесь вот этот секрет. Вот он. Я все равно ХП солью, потому что не успею всплыть. Я только, по сути, патроны потратил. А Калиб не сильно тонет. Не, ХП становится столько же, 185. Ребята. Неэффективный мув был, следует признать. Где-то здесь всплывем. Все равно Калиб плохо всплывает. Что ж ты будешь делать? Надо всплыть. Не получается всплыть, ребята. Серьезно? Ну, я пытаюсь под прыжком всплыть. Но давай тогда здесь, возле пирса. Тут нужно быть попроще. Оп. Все получилось. Тут прыжок, прыжок. И тусуем туда, там, где мы взорвали ледник, повернув штурвал. Это где-то здесь. Надо будет опять-таки погрузиться. Под водой может быть все что угодно, поэтому сейф легкий. Я часто сохраняюсь и редко загружаюсь, но... О, тут у нас ждет большое нападение. Рыбоубийцы, давайте их заглушим. Получите сюда, дедовский способ. А можно не тратить взрывчатку, а, наверное, из Ашоти у меня нету. Сейчас чуть по себе не засандалил. Кстати, рыбешка не особо себя хорошо проявляет. Вот под водой я попал под воду, и она под водой меня жрет просто. Я все ХП посливал, короче. Надо было сразу бежать на выход и выходить с уровня. Следующий уровень прямо впереди. 4 из 5 секретов, что-то я не взял. Завалил 64 из 67. Одна рыба осталась под водой. Ламбер Милл следующий уровень. Лесопилка. Так, патроны. Сохранение. Здесь заперто, выход в сад. Аккуратно осматриваемся. Патроны сразу выдают. Марана Инфирмус. Летит мне динамит. Давай. О, и горгулья летит, слышу. Так, сектанта застрелил. По горгулье вношу потихоньку. Но особо нечем ее забирать. Ребята, вот эта проблема с этими горгульями. Их теперь будет куча, а потом будут еще те, которые боссами были. Здоровые. О. Горгулья такой противник плохой, потому что патроны не выпадают с нее. Ты получи вот так. Загорится, да. О, новый противник, это работник лесопилки Михалыч. Он метает топоры и плюется какой-то гадостью, но мы его подожгли. Так.
Офигительный саундтрек. Михалыч номер два. Михалыч и Потапыч, наверное. Нужно два флайера, кажись, чтобы его зажечь. Загорелся. Метает топоры. Посмотрите, какой кровожадный. Гори. Загорелся. Хорошо. Сейф и заход на лесопилку. Лесозаготовка. Так. Кто-то по мне стреляет. Две горгульи сразу. Господи, ты боже мой. Я хочу на вилы их взять, потому что у меня с патронами беда действительно будет, в конце концов. У меня есть, правда, огнемет. Огнемет по горгулье не сработает, потому что подожгу сам себя. Там кто-то погиб, какая-то драка началась. Ну, из дробовика стреляю, потому что на манату рады, ребята. Горгулью вальнул, и все, и Томми остается. Так, тут нужен будет ключ. Здесь лесозаготовка продолжается. Здесь какой-то подъем наверх. Сектант. Сектант получает. Там несколько сектантов альтернативной атакой. Надо помнить про огнемет, но только надо аккуратно им пользоваться, потому что можно самому поджечься. Здесь что у нас? Здесь надо запрыгивать в зал. Сектанта застрелил. Можно поджечь, наверное. Гори, гори в аду просто. Господи, как они кричат. Патроны. Еще патроны. Тут, кажется, секрет, да? А, и плакат с Эльвирой, повелительницей тьмы. Я определил, ребята, по размеру ее сырников, что это именно она. Тут секрет. Большой бронежилет может его сэкономить. Я потом забуду, что он тут лежал. Так что забираю его сразу. Эльвира, как ваше ничего. И метла. Но это для Эльвиры, потому что она же будет летать на метле. Зомби. Можно поджечь и взорвать их. Одного не добил, посмотрите. Готовы оба, сейф. Так, ТНТ. Двери. А ключ нужен. Вот тут отперта. Получи-ка сюда. Второго хочу поджечь. Так, поджигаю, но он по мне выстрелил все-таки. Сердца что-то перестали падать, чтобы меня еще дверью не прижало. Там еще горгулья летает, тут стрелок. Ну и горгулья опускается. Опять тратить патроны, ребята. Не, эту надо уже на вилы брать, потому что проблемы у нас. Можно ее дверью, кстати, попытаться зажать. Мне на всех противников не хватит тут пули, я так чувствую. Она сверху не хочет опускаться. Она сейчас меня еще этой дверью зажмет. Посиди там. Запомним, что горгулья осталась. Что здесь? Домик Санты, наверное. Это начало уровня. Вот сердце лежит. Первая лесозаготовка. Еще сюда я не ходил. Тут нужен будет ключ огня. Написано warning. Типа опасно. И сюда мы сильно тут не ходили. Тоже лесозаготовка. Иду с плеерганом. На изготовку. Сверху стреляет стрелок. Я не уверен, что я попал туда по нему. В прыжке классический выстрел. Не долетает пуля. Летит куда-то в молоко. Так, аккуратно это все обойдем. Там дырка была, кажись. Дырка. Вот здесь. Тут вроде пауки. А, так и есть. Два динамита, не жалею. И давайте в окно запрыгнем все-таки. Он стреляет там серьезно. Зажжется он, непонятно. Альтернативную атаку, потому что там несколько. Так. Погорели ребята на работе. А я заскакиваю, аптечка у меня полная. Шкаф. Шкаф не открывается. Слышу зомбей. Оперативный зомби подходит ко мне. В упор надо его стрелять, и вместе с ним надо стрелять сектанта. Вот тут придется использовать аптечку. Зомби выжил. Получите, ребята. Сюда, сюда. Так, флайера в камине. Ох, сколько пауков. Пауки в Бладе, если укусят, то начнет дергать экран. Еще в далеком 1997 году это было реализовано. Ребята получают. Всех завалил. Можно использовать аптечку забрать. Надо запомнить, главное, что там аптечка лежит.
В принципе, я сердцами справлюсь. Будет ли тайник в камине наверху? А? Что-то не вижу. Нет, ничего тут нету. Инфирмари. Марана инфирмари. Слышишь? Вот тут еще наверх можно заскочить. Так, лесозаготовительная полоса. Сюда, сюда. Тут патроны, кстати. Пауки мерзкие. Ненавижу пауков. Давай туда бомбу. Да, там были пауки, действительно. Сейф легкий. И спуск вниз. Интересно, куда он приведет. Плохие предчувствия, поэтому приготовим мистера Томми. Вот, паук меня укусил. Посмотрите, что происходит. Экран трясется. Я не боеспособен абсолютно. Отпустила. Застрелил его. Так. Ну, не трясется, но так ведет, как в столкаче от водяры. О. Использую аптечку и... Повторим весь этот путь. Сюда, сюда, сюда. Сюда. А надо ли мне это повторять? Выше уже подпрыгнуть не могу. Тут еще что-то просто может быть. Не, мне уже сюда не нужно. Нет нужды. А куда-то вот сюда нужно идти. Руки помыть, возможно. Калиб перестал шутки шутить. Давай аптечку заберем. В ящиках ничего нету. Вот это можно тоже разбивать. Сердца лежат в мусорках. Кто-то не доел. Так, ладно. Ключи я подобрал какие? Ключ черепа. Ну и, собственно, тут я прохожу. А куда мне дальше идти? Ох, тут какой-то проход, ребята. Это вроде я тут тусовался. Там мы заперли горгулью. Может, в другую сторону нужно бежать. Вот сюда. За углом. Лесозаготовка. А здесь? Что это такое? Это вроде бы щит, который защищает духовный щит. Сейф легкий. Секреты 2 из 2 я уже нашел, надо выход с уровня искать. Ну и парней стрелять параллельно, мы где-то здесь еще не были. Еще горгулья, она может вылетела сквозь окно. Так. Не спешит нападать, мне ее надо стрелять, ребята. Получила в жбан. Получила еще раз, еще раз. Патроны тратятся капец, как не в себя просто. Ее можно поджечь, я вспомнил. Только нужно несколько раз. Флайерган будем тратить. Она еще сгорела. Флайерган придется тратить, потому что да, с патроном, по патронам напряженка. Тут нужен ключ кинжала, у меня его нету, я его где-то пропустил. Это начало уровня, потому что... Поиск ключа кинжала продолжается. Тут и был ли я везде? Здесь? А, я сюда не сходил. Так. Начинается замес. Бомбу туда определим. Так. Сейф. Сюда ходил? Тут еще не был. Зомби выходит. Зомби подожжем. Мне показалось, что он не загорится. Тут они дверь вряд ли откроют. Тут еще зомби. По старинке его берем. На вилы. Так. Все-таки лесозаготовка надо соответствовать. Правда, Михалыч? Из него эссенция выпадает. Тут, ну, сюда попозже нужно будет идти, потому что здесь нужен ключ... Ключ луны и сын сатаны. А тут я тоже тусовался. Да, это инфармари. Короче, мне надо ключ луны искать, очевидно, вот в этих дверях. На, получи туда. И ты туда получи. Не завалил. Не завалил его. Тут еще, кстати, кнопка какая-то. Включает свет. Оп. И из культиста выпадает ключ луны. Тут еще культист. Как тебя пилы не раздавили? Слушайте, может, пилы можно выключить? Свет вот тут можно включить. А пилы не останавливаются. Я Томми хочу подобрать. Так. О, выключил, отлично. Теперь я смогу подобрать мистера Томми. Еще знаете, чего в Бладе не хватает? Смит энд Вессона. Такого классического. О, ребята, большая тусовка у нас тут, да? Флайерган надо тратить, потому что по патронам беда. Пусть они горят лучше. Ох, этот выжил. Меня прострелил. Этот, который здесь сгорел, патроны... Не выпали с него.
И с этого тоже не выпали. Ну хорошо. Это еще один выход. Горгулья все-таки вылетела, да, через окно. Мне выход не надо. Я забрал ключ Луны. И надо тусоваться теперь. Вот сюда, вот. Тут еще, кстати, дверь. А нужен ключ еще один, посмотрите. Что тут у нас? Невероятный аромат исходит оттуда. Поэтому мы туда добавим, ребята. Оп. Сколько надо? 4 выстрела из дробовика. Но тут кукла Вуду есть. Что, с куклой Вуду на изготовку? Плакат Эльвиры в сельском туалете. Аккуратно спускаюсь. Я под водой. Так, вынырнул. Ключ огня лежит. Тут, наверное, я нажму, когда на кнопку, то выплывет какая-то отродья. Никто не выплывает, просто поднялась. Ну, здесь заперлась. А я то ли уровень воды поднял, то ли еще что-то, непонятно. Ну и что это мне дало? Тут же троха не ясно. А, уровень воды все-таки поднялся. И эссенция жизни. Эй, я же ее взял. А у меня было 75 хп, надо было аптечку использовать. Следующая дверь. Так, тут тусили. Следующий ключ, ключ огня я подобрал. И, наверное, можно идти на выход с уровня. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Где-то здесь. Он был на начале. Был на начале. То есть сквозь лесозаготовку. Лесозаготовка номер 2. Нет, ключ кинжала нужен. Сатана тут не лежала. А ключ огня где же был нужен, ребята? Все должно быть взаимосвязано. Но я что-то, может, здесь могу открыть. Это лесопилка. Надо искать эти двери. Там были еще двери, которые были заперты. Вот эти. Нет, я их отпер. Под водой мы затусовались. Я когда первый раз проходил, что-то как-то лихо этот уровень прошелся. Сегодня что-то не очень идет. Сюда можно запрыгнуть. Будет секрет, тут непонятно. А у меня есть ботинки? Нет, у меня ботинок. Ну, возвращаюсь на лесозаготовку, наверное. Вот куда-то сюда. Тут заперто, тут камин. Это выход в домик, тут ключ черепа. Непонятно немного, куда идти. Духовный щит тоже не понадобился. Поиск за кадром, короче. 2 метра буквально прошел, ребята, потому что вот здесь нужен ключ огня, там где ворнинг. Действительно, ворнинг, не зря написали. Давай их поджигать всех там. Так. Есть альтернативная атака, можно поджечь этот баллончик и заметнуть его туда, там взрыв происходит. Марана Инфирмус. Ну и все, и баллончик заканчивается, кукла Вуду есть еще. Получите сюда, ритуал производим. Хумбато. А, это, господи, это ж тут людей перемалывают. Не будем на это смотреть, потому что и так противно немного. Так. Все, перемололи всех. Ну и мне, наверное, куда-то сюда. Давай, сейф. Да, я погружаюсь. Акваланга сильно не хватает. Забираю ключ. И лифт поднимается. Или такое ощущение, что что-то типа лифта. Мне надо вынырнуть. Оп. Занырнуть еще глубже. И мы появляемся где, ребята? На начале уровня. Но надо проверить, может, тут будет секрет какой-то. В самом низу нету ничего. Можно смело выныривать. Так. И все, начало уровня. Мы выходим в райские сады. Да, переход в сад. 2 из 2 секретов, 57 из 57. Неплохо. Rest for Wicked, следующий уровень. Так, ну и тут же неупокоенные восстают. Покой для проклятых. Rest for Wicked.
или отдых для проклятых. Но мы знаем, что покоя проклятым не будет никогда. Вот зомби восстанет, наверное, мне так кажется. Ох, тут горгулий, посмотрите. Что с вами делать, мерзкие твари? Только на вилы брать вас? Но по патронам беда, действительно. Флайер есть, я ее поджигать в садах не смогу. Ее надо тут или стрелять из дробовика, или колоть. С этими горгульями, конечно, мы кашу не сварим. Но отступаю, например. Стреляю раз, два, три, четыре. Она попала по мне. 18 пуль. Сколько в томе? В томе не так уж и много. Так, внес полуочереди. Как-то так вношу. Но я на них трачу очень много пуль. И нам нужно попасть туда, в старинный особняк. Rest for a Wicked. Может, его в следующей серии будем играть, ребята. Потому что не хочу сильно длинные делать. Динамит летит. Отступить. Двое зомби выходят. Всех стреляем. Куклу Вуду надо использовать до конца. У куклы Вуду альтернативная атака. Если хорошенько влететь, то произносит калиб заклинания, убивает всех на экране, но это не всегда срабатывает. Насколько мне удалось понять, я подбираю новый тип взрывчатки. Это мины и мины с детектором. Но может будет попроще теперь, только надо знать же, где противники. I need a key. Так, давайте действительно в следующей серии пойдем Rest for a Wicked. Пока что это сад. На начало уровня возвращаюсь. Тут нужен будет ключ луны. В следующей серии пойдем, будет коротенький у нас, да? Символ паука уже нам намекают, посмотрите, ребята. Есть флайерган, дробовик, мало патронов ко всему. Так, тут подождите, пятерка есть у меня откуда? 24 у меня напалма, я где-то напалм-ланчер пропустил. Дверь заперта, мы отсюда пришли. Но 24 уже у меня есть патроны. И 44 это... Худ я включил, чтобы видеть патроны. Еще 8-9 оружие. Справа, в правом нижнем углу отображаются 2 и 12. Это вот эти дополнительные мины. Вот эта мина, а вот эта взрывчатка с детонатором. Будем тоже ими пользоваться, стараться, потому что придется. Много противников. В следующей серии. Калиб, второй эпизод. И увидимся. До свидания.